Так, ребятки, всем привет! С вами Конова Аня. Хочу ответить на ваши частые вопросы, чем я пользуюсь, вообще, как ухаживаю за собой. Значит, у меня сейчас сырые волосы. Я недавно вышла из душа, ну, около получаса назад. Волос у меня мало, они сохнут быстро. Значит, мою я голову шампунем Милав, мне не нравится, и плюс примерно раз в недельку шампунем для блондинок. Потом, после каждого мытья головы, то есть у меня не интенсивный курс, а я... пользуюсь концентратором, активатором густоты волос, вот этим вот, да. То есть это идут такие вот ампулки, которые вы открываете и, разделяя пряди, да, то есть смазываете таким вот образом, втираете. Написано, что одной ампулки хватает на одно применение. У меня, если честно, не хватает. Я не знаю почему. Может быть, я не слишком экономно пользуюсь, но вот таким вот образом. Я особенно передние пряди я всегда подделываю, потому что они больше всех у меня страдают от завивок, от всего. И я как-то, вот знаете, с превеликим удовольствием стараюсь всегда восстановить кожу головы. Ну, времени это у меня занимает немножко. Вот. Ампулки, в принципе, такие, что нужно отломить носик, нанести ее содержимое непосредственно на кожу головы по проборам и легкими массажными движениями втирать в кожу головы. Не смывать. Уложить волосы, как обычно, можно наносить как на сухую, так и на влажную кожу головы. Значит, у нее два способа применения. Один способ это интенсивный. В течение, получается, 6 дней. Каждый день вот этот момент проделывать. Я уже этот момент проделала, потому что меня, как вы помните, покрасили 3 раза буквально за 2 недели. И, ну, вы помните, да, мне попался плохой мастер, она меня приехала, перекрасила, сделала еще хуже, какой-то дешевый блондский оттеночек, да, то есть потом я уже ездила в салон, галерея красоты, там парикмахер Елена, специалист прям от Бога, именно вот Елена, к другим я не ходила, ничего сказать не могу, вот, и она меня уже исправляла. И когда я сказала, слушай, что мне делать, я вообще не хотела блондинку, она меня взяла вот прям, не спрашивая, перекрасила блондинку. Мои, да, говорю, 40 лет, это же смешно. Вот, ну, мне 37, но все равно, как бы, сами понимаете, да, в 37 ходить пережженной желтой блондинкой, это вообще как бы смешно. Ну вот, чуть-чуть осталось. Это я уже нанесу на затылочек и слегка помассирую. В принципе, это средство я использую давно. И жгу свои волосы я на постоянной основе, делаю какие-то прически. Особенно, когда до пандемии у нас было очень много поездок. И, ну, примерно, ну, где-то 3 недели мы дома. Месяц у нас дома нет, или в месяц по 2 раза мы куда-то ездим, да, то есть, то, конечно, это было не смешно, волосам нужна была огромная поддержка, и даже парикмахер, вот эта же Елена, она меня спросила, Аня, откуда у тебя столько новых волосков на голове, прямо, говорит, видно, что у тебя, говорит, куча новых волосков на голове, но у тебя проблемы с концами такие вот сильные, что прям кошмар-кошмар, хотя я пользуюсь и защитными средствами и так далее, но все равно проблемы есть, показалось, что ноготь сломала, я люблю ломать ногти. Я люблю ломать ногти. Вот. Ну, вот я и рассказала, что растут они у меня вот из этой линеечки. Артикул 1693. Тут 6 ампул по 5 мл. Значит, интенсивный уход по 3-4 ампулы в неделю 1 месяц. И поддерживающий уход 2-3 раза в неделю в течение 3-4 месяцев. Ну, я вообще как бы не прекращаю ими пользоваться. У меня это вошло в привычку. Есть немножечко, знаете, такая теплота, такое вот слегка жжение. Чувствуется, что это средство работает. Кстати, пустая баночка, да? Чувствуется, что оно работает. Что-то там делает такое хорошее, да? Что-то там стимулирует и так далее. На кончике... Мне понравилось вот это средство Blonde Icon. Неважно, пользовалась я этой линейкой или нет, я все равно... Слушайте, как-то темно, да? Я все равно пользуюсь именно вот этим вот сейчас. Но у меня еще есть вот от линейки Эксперта много всего. А, Salon Care розовый такой же вот. Есть ценные масла и так далее. Я их все равно немножечко трачу, наношу не на постоянной основе. Это у меня второй флакончик или третий. Нет, второй, скорее всего, артикул 2713. Они делают волосы, знаете, такими рассыпчатыми, блестящими и более такими плотными. Ну, это чисто вот для блондинок, кто сжег свои волосы и теперь сидит и думает, что делать-то, что делать-то. Вот, далее, значит, что у меня идет, это я обязательно пользуюсь своим тоничком. То есть я сегодня просто умылась, тоник 0779 от Renovage. Я сегодня просто умылась, и поэтому я не делаю никаких масок и так далее. Но если я скрабирую свое лицо, мне сейчас нравится гель-скатка ICOL, вот, если я скрабирую свое лицо, то я обязательно стараюсь
Потом после скатки сразу же ванной на сухую кожу, конечно же, делать, получается, маску. Ну, то, что я цвету, это каждый месяц у меня такое бывает, цветение. Вот, поэтому я уже... Так, я стараюсь ухаживать полностью за всем и проверяю по два раза. Но я сегодня умылась, у меня ватки точно абсолютно чистые. Я еще не успела свое лицо замарать, что-то с ним сделать. Вот. Вот, после того, как я все протираю, у меня уже лицо высыхает. И именно на ночь, да, я сегодня снимаю видео про уход на ночь, я уже беру вот эту штуку, нашу новую вибромассажер для лица, и обязательно протираю его хлордексидином. Неважно, где он был, в какой коробке он был, стерильный или не стерильный, мне, в принципе, без разницы. Всегда хлордексидин, и всегда я его протираю, прежде чем начать им пользоваться. Мне лично это важно, да, то есть вот эта вот чистота рук и так далее, мне хочется, чтобы она у меня была всегда, и остатки хлордексидина я уже распределяю по ручкам, и обязательно кошка пришла, мяу. Ну и первым делом я начинаю, получается, наносить крем на веки обязательно, да, таким вот образом, похлапывающими движениями. Я их никуда не тяну, ничего с ними не делаю. То есть кремчик нанесла совсем немножечко и оставляю его, в принципе, таким образом. Сейчас я пользуюсь Блюмом. Линейка Блюм 15 миллилитров. Ой, даже не знаю. А вот артикул 0148. Он идет 45+, но у меня уже, как вы видите, возрастные изменения вот тут вот в этом месте пошли. При улыбке, я думаю, вы видите, да, вот это вот все. И, конечно, это все безобразие нужно обязательно убирать. Включаю вибромассажер. И просто вот таким вот образом прохожу. Он делает так, чтобы крем лучше впитывался. Когда крем лучше впитывается, то и действие его куда сильнее. Вот, я стараюсь сделать подольше, потому что, ну, куда мне торопиться. Вот сейчас я снимаю видео, да, и болтаю с вами, да, грубо говоря, на YouTube видео снимаю. Но на самом деле, я, когда ухаживаю за собой, я очень часто смотрю какие-то обучающие вебинары в открытом доступе на YouTube. Вот сейчас я изучала, допустим, компания Faberlic, проводила вебинар от лица Марии Озаренок про нетворкинг. Вот, там было задание, вышлите, там, выделите меня в Instagram, мы вам вышлем секретное какое-то видео. Вот я сейчас это видео смотрю. Да, действительно, очень много людей не знают, что такое нетворкинг, что это очень важно в нашей жизни и для бизнеса, и вообще для жизни на любых этапах. Вот, я очень многому у нее научилась. Потом я посмотрела вебинар про делегирование, вот вчера буквально смотрела, сегодня смотрела про психологию нетворкинга. В общем, каждый день я стараюсь уделять около полутора часов обучению. У меня это тоже входит в привычку. И вот пока что я сижу, обучаюсь, что-то там конспектирую для себя и так далее. Я никогда не тороплюсь, потому что я работаю дома. Когда идет свободный график, то, ребят, это просто шикарно. Я кайфую от работы из дома, потому что мне не надо никогда бежать. Фриланс вообще штука очень-очень крутая, на мой взгляд, потому что... Я устроила свой бизнес, свою работу таким образом, что у меня всегда есть свободное время на себя, даже если я занята, потому что я дома. Людям, в принципе, без разницы, как я выгляжу, что я делаю и так далее. Значит, сыворотка гиалуроник, ну, в смысле, когда просматриваю вебинар какие-то обучающие, я могу делать все, что хочу, я не на работе, мне не надо, да, там, торопиться куда-то бежать, да, то есть откладывать, да, уход за собой, если я проспала и так далее. Я могу в любое время работать, в любое время следить за собой, в любое время заниматься спортом и так далее. Значит, коррекция глубоких морщин, значит, это у нас идет 3071 шприц, по-моему, уже третий по счету, да, вот они у меня. Засраночки такие есть, вот, поэтому я вот так полностью на весь лоб наношу, также наношу вот тут, где морщинки. Кто-то мне писал, что вот вы посоветовали шприц, у меня все сморщилось. Ребят, я не понимаю, как оно могло сморщиться. У меня просто вот даже нету никаких вот нареканий к этому шприцу. Хотелось бы, конечно, чтобы он повкуснее, поярче у него вообще был аромат. Но и так, в принципе, я украшения я не люблю снимать. Это у меня не украшение, это у меня оберег, если честно. Поэтому я не снимаю. Вот, наверное, для видео сниму сейчас. То есть шея у меня проблемы, проблемы явные. И я стараюсь шею хорошо прорабатывать и так далее.
шею, вот я как посмотрела в каталоге, нужно снизу вверх прорабатывать, поэтому я прорабатываю таким образом. Тут вот у нас с вами есть место, которое ни в коем случае нельзя трогать, я его никогда не трогаю. Вот, но кремушка таким образом впитывает. Значит, далее корректор глубоких морщин заполняет и разглаживает глубокие морщины, интенсивно питает, увлажняет кожу, возвращает коже тонус и упругость, улучшает цвет лица. Микросферы гиалуроновой кислоты захватывают и удерживают воду в коже, увеличиваясь в объеме и выталкивают морщины изнутри. Через час кожа более гладкая, максимальная эффективность через 6 часов. Также в составе идет пептид, который работает на усиление естественного синтеза гиалуроновой кислоты в коже. И средство для неинвазивного контурирования лица повышает плотность кожи, делая ее более подтянутой, более упругой и увлажненной. Новофтема 2 – это кислородный комплекс, активизирует локальную микроциркуляцию, стимулирует регенерацию кожи, активно участвует в синтезе коллагена. Витамин Е – это витамин молодости. Витамин С выравнивает и осветляет тон кожи, стимулирует синтез коллагена. И также пентовитин сохраняет влагу в коже, способствуя ее удержанию. Поэтому я сижу, порой вот так вот работаю. У меня кто-то спрашивал, сколько, какой у вас результат, разгладились ли ваши морщины. Ребят, ну это абсолютная новинка от компании Faberlic. Я им пользуюсь, ну, не каждый день. Бывает, что я забываю про него, но все-таки я стараюсь им пользоваться. Вот, на мой взгляд, вещь прикольная, вибрирует все, особенно если вы куда-нибудь сюда вот так сделаете, то вообще вибрирует весь нос, ощущения такие, знаете, не особо такие приятные, но как бы, ну, такой, знаете, прям вибратор, вот так вот, да, чем-то он мне напомнил даже эту зубную щетку, у меня как-то раз была щетка, каждый зуб так крутится, чистит, мне было вообще не особо приятно ей пользоваться, потому что это очень долго, и мне надоедало торчать зубной щеткой в ванной, и потом она сломалась спустя год где-то, и я даже в ремонт ее не понесла, я сказала, что мне такое чудо не надо, что я уже такое не хочу. Вот не знаю, насколько это хорошо, но вот раньше все косметологи, когда они вообще делают массаж лица, они меня учили чему? Берешь так два пальца, берешь еще один палец. И вот поехал. То есть таким вот образом. Один сюда, другие два сюда. То есть и вот так вот. Едешь, растираешь. Через месяц морщины не будут, если это делать каждый день, минут по 5. Но, если честно, не совсем правда. Морщина осталась. Но у меня тут было две глубокие морщины. И одна вот тут вот такая вот, прям, знаете, была очень такая мощная морщинка. Из-за шрама, да, вот видите, шрам. И как раз вот над шрамом была мощная морщинка. И вот сейчас они стали более-менее незаметными. И, в принципе, мне это нравится. И подбородок, как меня учили, наносишь прямо вот так и пошла. Вот так вот, таким вот образом. Его можно щипать, что-то делать, но главное не натереть кожу. И тоже очень хорошо помогает. Вот это мне понравилось. Да, действительно, подбородок стал меньше. При моем 52-м размере хочется иметь уже нормальное лицо. Поэтому я всегда вот таким вот образом наношу. И я очень часто слышу от людей комментарии, что Аня, ты молодо выглядишь, хотя я, ребята, у меня много вредных привычек, я поздно ложусь, я много сижу перед компьютером, я абсолютная кофеманка, щипать надо, чтобы было больно, вот, но из-за того, что, может быть, да, нормально я выгляжу, из-за того, что, ну, во-первых, я включаю свет, очень светло, да, у меня тут свет, он всегда молодит, это во-первых, и во-вторых, что мне понравилось, это то, что я в любое время, я могу сидеть, вот это вот делать, если мне что-то нужно, у меня даже руки чистые, да, я такая хитрюга, да, я беру свой, Вика у меня его исчеркала, к сожалению, да, я беру свой блокнот и пишу все, что мне нужно, мне вот сегодня я настрочила, получается, так, раз, два, три, четыре листа настрочила, потому что обучалась, потом своим знанием я обучаю уже свою команду, вот, все им передаю, вот, и поэтому, как бы, у меня вот нет проблем, да, то есть, никуда я еще не наносила, кремы я не дикну, много не наношу, я наношу их совсем немножко, поверх вот этой вот сывороточки, да, то есть, и
обязательно прорабатываю, вот не хватило, да, обязательно прорабатываю всю зону декольте. И вот тут вот в этом месте между грудями, да, у кого вот уже есть проблемы, да, то есть когда вот вы утром просыпаетесь, у вас вот тут вот все сжимается, да, и остаются морщинки. Вот таким вот образом вы разглаживаете это дело. Меня тоже это косметолог научила, по рукам мне позвонить надает, но мне хочется что-то сделать полезное для мира, помимо того, что мне удается сделать людей богаче. Да. Вот так, таким же образом я растираю лоб, и я не жалею палец, ребят, у меня палец аж белеет, и лоб мне немножко больно. То есть, как бы, вот такими движениями можно, и оно все убирается, растирается. Если это делать каждый день с кремом, чтобы не натирать, не рвать кожу, а именно делать с кремом, иногда бывает, я могу еще раз взять крема, опять понатирать, вот, таким вот образом, да, и мне как-то вот, если честно, не жалко своего подбородочка, как-то хочется все-таки, чтобы лицо было более. И когда вот вы делаете, да, вот такие вот движения, вам нужно взять прямо, да, вот эти вот места берете, кстати, они тоже становятся моложе, эти вот места, потому что вы ими втираете, а не пальцами, да, то есть это тоже как бы классно. Когда я снимаю обзоры, ну, хотя бы у меня у рук нормальный вид, вроде бы все моешь, стираешь, а ручки такие, ну ничего, нормально, сойдет, да? То есть берете вот от подбородка, сильно надавливаете, чтобы было, ну так, средне больно, не легонько, а именно средне больно, и ведете к лимфе, то есть чтобы у вас вот это все выходило вот сюда, вот в эти вот лимфоузлы. Это моей подруге доктору продали это обучение, да, то есть, ну, сами знаете, да, то, что у нас вот тут вот куча лимфоузлов, то есть мы ведем вот таким образом, да, и вот это тоже выгоняем в лимфоузлы, чтобы это куда-то уходило. То есть тут от носа мы ведем тоже жестко-жестко надавляя к уху, да, а тут мы тоже ведем сюда, да, то есть из центра захватываем и ведем тоже вот в эти места. Вот, поэтому вот так вот я раньше делала. Сейчас я, конечно, стараюсь, да, стараюсь поделать еще вот этим вибромассажером. Не знаю, конечно, эффект. Но после того, как я все-таки стерла, прогнала лимфу, особенно вот у кого вот тут вот, да, уже вот такие вот, ну, да, вот такие вот, получается, провисяки вот эти вот, да, и вот брылька, да, вот это, то, конечно, очень важно, мне кажется, делать, уже начинать массаж именно мышц. Потому что вот мне недавно женщина написала, у меня грубое провисание, щек, там, знаете, и так далее, она мне написала. Я воспользовалась вашим советом, и у меня ничего не получилось, щеки остались обвислые. Я говорю, а вот на щеках, на ваших, морщин меньше стало? Она ответила, да, морщин стало меньше. Я говорю, так если... Ну, как бы я и начала объяснять, что есть такая вещь, как ослабление мышц. У любого человека с возрастом мышцы ослабевают, и над ними тоже нужно уметь работать. Нужно делать еще и массаж лица. Так вот, мне кажется, вот, не знаю, может, я и не права, конечно, но мне кажется, что вот этот вибромассажер, он достает до мышц, и как раз вот эти вот брыльки он, скорее всего, убирает, что тоже здорово. Ну и, честно сказать, крем с ним впитывается во много раз быстрее, и мне это тоже как бы нравится. Вот, по носу неприятно, конечно, как будто в мозгах жужжит, но таким вот образом поприкладывать, мне кажется, это очень даже полезно. Ну, лишним точно не будет, если у вас уже появились возрастные изменения. Вот. Меня вот больше всего мучает сейчас вот эта вот часть, да, она поплыла, шея, как вы видите, вот эти кольца Венеры, они у меня с рождения, с детства. Вот, но сейчас они стали более ярко выраженными из-за, мне кажется, подбородка, лишнего веса, да, все вот тут давит, может быть, да. И еще самое интересное, это то, что мне бы, конечно, хотелось бы вот эти вот заедочки, да, или как они называются, да, вот эти вот мешочки, их бы убрать. Но, ребят, я никогда ничего не колола особого, я колола только витаминки себе, никакие там ботулотоксины и так далее, я ничего ни разу себе не колола, я вам скажу честно. И ближайшие еще, может быть, лет 5 точно не буду колоть, а там посмотрим. Вот мне бы хотелось вот это место заполнить, и была у меня очень такая знакомая, которая любит колоть все себе на лице, в общем, все, что ни попадя, она все колет. Колет бока от жира, липолитики, да, колет, получается, шею себе, надувает губы,
колет подглазники, вот эти вот, да, убирает. То есть она все подряд колет. Вот, хотела на татуаж бровей пойти, да. Вот, все, что я делала, это я прокалывала как-то раз морщинки витаминами. Вот, мне понравился эффект. Вот после первого раза я проколола второй, третий, десятый, но все это возвращается на круги своя. Потому что если не делать массаж, то ничего не получится. Поэтому я все лето, когда у меня были выходные от Вики, да, я все лето ходила тоже вот в этот вот наш салон. У нас много хороших, кстати, салонов. Салон Вероника тоже такой неплохой. Но я выбрала салон Галерею красоты. Я туда прихожу и делаю целиком массаж. Потом мне делают обертывание. И пока я лежу час на обертывании, после двухчасового массажа лепки с озонотерапией, озон болючая такая штука, вот, его колют под кожу, я плюсом ко всему лежала еще, пока вот, да, спала на массаже лица. Вот. И тогда вот это здорово, тогда вот это вот классно получается, то, что хотя бы раз в неделю вы проминаете лицо, то есть мастер уже берет прямо все ваши мышцы, он их проминает, он их заставляет работать, и тогда вот эти мышцы, конечно, подтягиваются. Но, если честно, провести 3 часа в салоне красоты и сделать озон раз, массаж лепку 2, обертывание 3, массаж лица 4, это, честно вам скажу, очень затратное дело. Это не дешево, вернее. Вот, не помню точно сколько, но вот массаж с озоном 2600 рублей, по-моему, да, то есть, ну, вот, считайте, обертывание, скорее всего, там 1000, и массаж, скорее всего, около 1000, да, и мастеров нужно выбирать классных, чтобы они вам действительно все подтягивали, чтобы действительно все без уколов. То есть девочки какие-то там нити вставляют, еще что-то. Я, конечно, начала этим интересоваться, но девчонки мне сразу сказали: Аня, до 50 с твоей кожи делать ничего не нужно, потому что ты за собой ухаживаешь, да? Вот, время на уход у меня, еще раз повторюсь, только из-за того, что у меня есть мой любимый свободный график, с которого я просто вот кайфую. Я обожаю работать дома. Я вот, знаете, честно, я никуда даже не хочу, как мне нравится работать дома. Я просто вот кайфую от этого. Да, расчесалась и готова. Волосы, если я никуда не тороплюсь, я не сушу феном. Вот, если куда-то тороплюсь или мне нужна укладка, то я уже сушу феном. Вот, смотря какая ситуация. Ну, практически они у меня высохли. Вот. Поэтому вот так вот. Ну что ж, все, всем пока. Я надеюсь, я вам все рассказала, что хотела. Это моя обычная процедура. Бывают более интенсивные процедуры, но я их все провожу в ванной, потому что там идет скатка, там идет маска. Вот, это все как бы маска на волосы. Я тоже очень часто делаю маску на волосы, раза 3 в неделю. Ну, как бы сколько раз в неделю моюсь, столько раз у меня бальзам или масочка. Ну все, всем пока-пока. До встречи с вами в новых видео. Надеюсь, я была вам чем-то полезна, ответила на ваши все вопросы. Вот, в следующий раз я еще отвечу на душещипательные вопросы. Почему вы не водите, почему вы не сдаете на права и так далее. Ну, в общем, там много различных вопросов. Я людям рассказываю про продукт, а им все хочется узнать, кто я, что со мной, господи, что я, какой человек особенный, что ли. У всех свои проблемы, ребят. Если вам кажется, что у вас проблемы какие-то особенные, нет. Они есть у всех, просто они разные, вот и все. Всем пока-пока. Будьте рады, будьте довольны, любите себя. Приходите, может быть, ко мне в структуру, в команду. Я вас научу зарабатывать, чтобы у вас тоже был всегда свободный график и всегда карьерный рост.